Если вам сегодня попалось это видео, поверьте, это совсем не случайно. Ваша душа ищет какого-то знака, чтобы начать жить заново. Вот этот волшебный знак. Все, что вам необходимо сделать, это выбрать свой особенный символ. Перед вами 5 символов богатства из разных культур. Какой из них ваш? Не спешите, выбирайте сердцем. Если вы выбрали золотую рыбку, то возможности вокруг вас словно рыб в океане. В конце концов, забросьте удочку и поймайте свою рыбу. Вы знаете, что я имею в виду. Вы достойный человек и заслуживаете самую лучшую рыбу. Ваши желания осуществятся только через ваши действия. Ваш выбор — связка монеток, один в поле воин, это про вас. Вы многое пережили и многого достигли в одиночку, однако пришло время рассчитывать на связи. Не стесняйтесь просить о помощи и с радостью оказывайте помощь другим. Помните, что несколько деревьев, которые растут вместе, в сумме составляют лес. Ваш выбор — дерева жизни. Вы искали знак о том, все ли вы делаете правильно. Это он. Правильнее не бывает. Просто продолжайте в том же духе. На этом пути много трудностей, которые со временем превратятся в подарки судьбы. Не стремитесь все сделать идеально. Иногда достаточно просто сделать. Если вы выбрали горшочек с деньгами, то внутри вас целый клад, которым вы пока не очень умеете управлять. Природа щедро одарила вас способностями и талантами, однако вам пока тяжело управлять своими эмоциями и привязанностями. Похоже, вас ждет успех, однако долго ли будет к нему дорога, зависит от вас самих. Вы выбрали лягушку с монетой во рту, вы стучите в одни двери, но отворены вам будут другие. Какие именно, пока скрыто в тумане времени, но вскоре все разрешится. У вас легкая и светлая энергия, которую обожают хапнуть нехорошие люди. Гоните их прочь, вы же чувствуете их буквально с первого взгляда. Мне будет очень интересно узнать, какой символ выбрали вы. И совпал ли результат с тем, что есть на самом деле. Поделитесь этим в комментариях, я их обязательно все прочитаю. Ну а у меня все на сегодня. Желаю всем удачи. Пока-пока.